Добрый день. Меня зовут Юрий Спасо-Покотский, и сейчас я покажу вам один из способов развития широчайших мышц спины на массу и ширину. Для этого я выполнил дропсет с частичной амплитудой. Сначала подтягивание 40 кг и сразу же без отдыха подтягивание собственным весом, который у меня около 100 кг. То есть начинаем с общим весом около 140 кг. Делаем до тех пор, пока хотя бы немного вы можете сдвигать свой вес. Несмотря на то, что в конце подхода у вас уже нет сил подтянуться до конца, вы все равно продолжаете делать в частичной амплитуде и экстремально убиваете свои мышцы спины. Спасибо.